названиями «до», когда говорю о «до», все слова, в которых есть «до». «Ре» – все слова, в которых есть «ре». «Ми» и так далее. И вся сказочка такая игровая. Все остальные сказки, они скорее философские, просто лирические, может быть. Например, нотки сами написали песенку и думали, кому ее подарить. И вот они летают и хотят, кому бы подарить эту песенку. Это для самых маленьких. Есть сказки более такие сложные. Вот «Волшебная мелодия», она традиционно для европейской как бы сказки. «Волшебная мелодия» – это мелодия любви. Я говорю о том в этой сказке, что тот человек, который найдет мелодию вот эту свою, он будет счастливым всю жизнь. Свою волшебную мелодию. Или о фальшивой ноте тут есть сказка. Есть о нотах, которые жили в старой скрипке, потерянные. Грустные вроде бы, но потом повезло, что скрипка там есть.